Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну, сегодня хочу еще поделиться с вами, как я по зиму сажаю лук на чернушку. Вот это такой мой лук, как я им говорила, показывала, когда севок перебирала. Вот он длинный, вот такой он биологической своей спелости. Вот я его, вот он уже начинает, конечно, это плохо, что начинает прорастать. Может быть, его даже не буду брать. Вот я оставила это 3 ящичка. Ну, есть у меня и вот такой вот круглый, но это домашний лук. Вот я его специально сюда отдельно, когда копаем от этого магазина, высаживаю. Вот, ну, магазины вообще не высаживаю на чернушку, только пользуюсь вот этим своим луком. Ну, что сейчас я сделаю? Сейчас я его отберу. Муж мне уже подготовил грядку. Это я напоминаю, что я сажаю осенью. Сегодня у нас 24 октября 2020 года. Вот. И сейчас пойдем высаживать его на грядку. Ну, покажу. Я делаю хорошие глубокие лунки и сажаю его очень глубоко, чтобы он наверняка не замерз и хорошо дал хороший урожай на следующий год. Ну вот я отсортировала этот вот длинненький отдельно. Вот, ну, в общей сложности как бы вот такое вот, ну, я не знаю, сколько, 10-литровое, наверное, ведро я высаживаю на чернушку головочек. Ну, этого достаточно, чтобы на семью потом собрать чернушку и высадить на севок. Ну, пошли высаживать и в огород. Ну вот, муж подготовил мне такую вот грядочку для моего лука, которую я буду сажать на чернушку головки. Но сейчас будем проделывать бороздки и покажу, как я его вообще высаживаю. Ну, такое вот довольно большое расстояние я делаю между луночками. Вот, значит, у меня вот такой есть хороший штырик, потому что головки очень, хоть как бы мы и не глубоко прокапывали. Вот, я буду сейчас делать вот такие вот хорошие для него. Особенно вот этот длинный, он должен хорошо, даже можно еще. Вот. Ну вот, вот так вот я их буду. Ну, следующую как-то вот так вот. Не сильно густо я сажаю. Тут нам какой-то корень попался. Вот, потому что, ну, чтобы им было хорошо, вольготно, чтобы они хорошо, когда взойдут, могли. Ну, вот как-то вот такое расстояние я делаю. Вот, и сейчас вот засажаю всю эту грядку. Сначала высажу вот этот длинненький, потому что он мне нравится в первую очередь. Вот, ну, а потом уже тот плоский свой. Ну, вот пока вот так вот. Ну, вот так вот муж мне заскородил мой лучок, который на чернушечку, и накрыли веточками. Обрезали сегодня ветки фундука. Вот, ну, тут бегают собаки соседские, но чтобы они не буровили всю эту землю, мы вот так вот прикрываем. Ну, вот такой вот лучок до весны. Весной встретимся и посмотрим, что у нас получилось. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал, ставьте лайки. Всегда с вами Марина Матвеева.